Всем привет, вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я буду запекать вот такую красивую курочку. Так что скорее же начинаем. Понадобится мне вот такая тушка курицы, где-то 2 килограмма, сливочное масло, чеснок, лимон, красная сладкая паприка, соль, молотый черный перец и розмарин. Для того, чтобы курица получилась сочная, я буду ее мариновать, проделывая кармашки между кожей и мякотью, грудкой. И буду мариновать прям внутри. Теперь я буду готовить маринад. Для начала мне нужно растопить сливочное масло. В растопленное сливочное масло отправляю 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку паприки и 1/2 чайной ложки молотого перца. И чайную ложку сушеного розмарина, можно свежего. Хорошо размешиваю. И добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. Беру противень, застилаю фольгой, помещаю курицу грудкой вверх. Теперь в брюшко курицы вкладываю половину лимона и 3 зубчика чеснока. Заполняю кармашки над грудкой маринадом. Хорошо заполняю все пространства. После того, как кармашки над грудкой заполнены маринадом, теперь смазываю тщательно всю курицу. Накрываю курицу фольгой и вот так защипываю края. И теперь в таком виде отправляю в духовку выпекаться при 180 градусах на 1 час. Прошел час. Я достаю курицу. Теперь я разрезаю фольгу. Теперь поливаю курицу соком, который выделился. Совсем немного присаливаю. Немного перчим по вкусу. И 1 щепотку паприки. И теперь в таком открытом виде убираю духовку также при 180 градусах на 30 минут. За 10 минут до готовности максимально увеличиваю температуру. Итак, полчаса прошло, курица готова. Сейчас я разрежу и посмотрю, как пропеклась внутри. Просто идеально. Очень сочная. Вытекает сок. Вот такая вот сочная курочка получается внутри. Ну что, вот такая красивая, румяная и очень ароматная курочка у меня получилась. И в этом рецепте она получается очень сочная и вкусная. Так что советую этот рецепт. Кому понравилось видео, ставьте лайки. А я прощаюсь. Всем пока!